Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур и сотрудники органов местного самоуправления рассказали о самых значимых событиях минувшей недели. Анна Троян с подробностями. Почти 1500 обращений от жителей. Из 31 уголовного дела 27 раскрыты по горячим следам. Также в округе произошло 260 дорожно-транспортных происшествий. Такой выдалась прошлая неделя у люберецких полицейских. Очень много идут краж с дач, с домов. То есть обращаю внимание, что поставьте или на сигнализацию, или проехайте, проверьте. Большая просьба, посмотрите за своими там дачными домами, машинами, потому что на сегодняшний день очень много идет краж машин. Особенно это Kia Rio, Hyundai Solaris и дорогостоящие Lexus, Range Rover и другие модели. 31 выезд по сигналу тревоги и ликвидация 5 пожаров. 4 из них люберецкие огнеборцы потушили на территории округа. Один пожар произошел на автомобильном транспорте. Люберцы, вертолетная, дом 4, корпус 2, также 13 февраля, легковой автомобиль. И один пожар произошел в бесхозном сарае 15 февраля. Люберцы, космонавтов, за домом 27. В свою очередь, начальник управления ЖКХ сообщил, что на минувшей неделе на портал «Добродел» поступило 8 жалоб от жителей на очистку кровель. Все обращения уже отработаны. Кроме того, в Люберцах продолжают выполнять губернаторские программы. С начала 2019 года отремонтировано 35 подъездов. На сегодняшний день в работе находится 10 подъездов. Более 250 человек и 120 единиц спецтехники убирали люберцы от снега. После прошедшего на минувшей неделе снегопада с городских улиц вывезено порядка 6000 кубометров осадков. Проведена уборка подземных пешеходных переходов. Выполнена работа по очистке снега с пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Также проводились работы по уборке парковочных и заездных карманов. Кроме того, в Люберецком округе продолжают установку новых баков для раздельного сбора мусора. За неделю площадки оснастили сотни серых контейнеров для смешанного мусора и 50 баками для отходов, годных для вторичной переработки. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.